Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Прогноз погоды». Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Фикс Прайс». Дорогие жители и гости города Печоры, вас всегда рады видеть в магазинах «Фикс Прайс» по адресам: улица Комсомольская, 19, торговый центр «Парма», второй этаж, и улица Гагарина, 35, рядом с торговым центром «Космос». Для вас тысячи наименований товаров, цены до 199 рублей. Еженедельное поступление нового товара. Магазин «Фикс Прайс» – всегда низкая цена. По сообщениям синоптиков, завтра, 9 апреля, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет -8-10 градусов, а завтра днем 0-2. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и услуги по рекламе на радио, телевидении и в газете. Реклама – это просто. 3-56-90. Вы смотрели «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Остапьев. Всего доброго. До свидания.